Всем привет! Мы с вами находимся в городе Виннемака, штата Невада. Сегодня у нас с вами намечается, ну, не могу сказать, что очень тяжелый рейс, да, ну такой средней сложности рейс. Мы с вами сегодня повезем гусеничный трактор. У нас с вами тяжеловес сегодня. Повезем мы с вами на автомобиле, на траке Peterbilt 389. И повезем это все с вами в Якиму, штат Вашингтон. Так, ну а сейчас, вот я думаю, это офис. Сейчас мы спросим человека. Hello, can you help me? Yes, I am find the office house. Oh, thank you. Все, так, бумаги я получил. Пойдем искать теперь, где наша машина. Сказали, где-то здесь недалеко. А, вот она, кажется, точно. Угу. Так, сейчас заведем, проверим, закреплен, не закреплен груз. И чтобы вся иллюминация работала. Так, сначала салон. Ну, салон чистый, без повреждений. Документы. Так, заводим. Так, стеклоочиститель у нас работает хорошо. Ну что, пойдем дальше мокнуть. Так, ну сначала мы спереди глянем. Отлично. Так, ну все, машину мы приняли. Можем, в принципе, отправляться в дорогу. Так. Все, погнали. Еще в зеркало не видно. Так, еще правда. Так, спока. Вроде прошли. Пошли, отлично. Все чудно. Погода нелетная, видимость вообще ни о чем. Жаль, у нас здесь противотуманок нету. Сейчас бы противотуманки врубили бы. Ладно. Так, прорвемся.
Так, ребят, у нас с вами проект «Весовой контроль». О, нам направо здесь. Хорошо. Все, поехали, почти сотку везем. Блин, сейчас тут выруливать, Так, ребят, ну вот мы с вами сейчас въезжаем в городок Бернс. Тут я смотрю, стройка ведется, новый район строят. Так, ограничение 25. Ну так уже снижал, а. Полиция вообще тут злая. Так, нам направо. Так, а теперь здесь каким-то образом надо повернуть направо. Дорога широкая, хорошо. Ага, отлично. Красивый городок, очень красивый, мне очень нравится этот городочек тоже. Так, не превышаем скорость. 55. Так, еще какой-то городишко с нами проезжаем. Тоже довольно симпатичный городишко. Вот название прочитать не успел. Там пожарка в дом врезалась. Хотя, может, просто мастер парковки.
Не знаю. Нет, красно, а как же они тогда поехали? Раздельный тут. Не знаю, не видел. Так, а вот у нас, кстати, стояночка. Как бы нам на нее заехать? Наверное, с той стороны заедем. А завтракать надо бы. Здесь главное сплошное. Ладно, погнали. Так, когда будет встать-то? Сейчас сюда встанем. Кривовато, конечно, стали, ну ладно. Сейчас быстренько в магаз сгоняем. Так, уведомление выключить. Так, пойдемте, поищем хотя бы магаз какой-нибудь, я не знаю, хоть что-нибудь пожрать купить. А, городочек называется, кстати, Джон Дэй. Ока. Вот я не успел прочитать, как городок называется. Так, мотель. American Motel. Okay. Так, ладно, пойдем еще глянем. У нас церковь. А, вон кафешку вижу. И вот, кстати, паспорт, ну-ка, там где у нас? Uncle Victor's, быстро. Фастфуд. Ладно, к дяде Виктору зайдем. Там яме еще есть. А, здесь у нас раздельный светофор. Вот поэтому я и попал тут. Ладно. Пойдем. Анкл Виктор. А, вот она. Все отлично, позавтракали. Идем дальше. Поедем. Так, сколько ехать нам еще планшет? 370 миль нам еще ехать.
так. Сейчас будет веселуха назад выезжать. Трейлер-то сочлененный. Ну попробуем. Так, заводимся. Ну давай глянем. Так. Мы сделаем так. Опа, чудненько. Мы покидаем с вами Джон Дэй городочек. Там впереди еще один городок. Я не знаю, успеем прочитать название, не успеем. Эмти Вернон какой-то. Эмти Вернон. Эмти Вернон, наверное. Не знаю, если честно, какой-то Эмти Вернон. Ребята, а это мы с вами еще какой-то городочек проезжаем. Такую деревушечку, не, ну городок. Так. Это мы с вами в Пендлтоне уже. Вот он, что дело. Я думаю, что это городок такой.
Во. А то вообще сигнал видно не было. За козырьком. Так, надо идти смотреть, что там за фигня такая. Ну и чё? Ай-ё. И как долго мы здесь будем стоять, интересно знать. Да, молодцы, ребята. В общем, ребят, ситуация такая, то что впереди произошло ДТП. Трак не пропустил полицейскую машину. Ну и мы теперь стоим, ждем, когда они поедут. Попробую-ка я сбоку объехать. Так, сейчас я... Хочу посмотреть, что у меня там сзади, насколько я могу назад подать. Почти не насколько. Пробка, конечно, уже такая собралась. Достаточная. Так, ну, кстати, сбоку ты должен здесь проехать. Смотрите, ребят, у него что-то обломилось в тележке доля. Ох ты, господи. Он, короче, эвакуатор ждет. Все равно могли бы остальные как-нибудь объехать. Полиция что-то не работает, нифига.
Ладно, сейчас я их попробую объехать. Так, вот мы сейчас выкрутим. Чуть-чуть. Оп. Все. Что сзади машина не того. И попробуем это дело объехать. Этот там, скорее всего, надолго. А у меня время не ждет. Вообще по красоте. Удобно зацепить. Ага. Здорово. Сейчас так по обочине проедем, чтобы полицейскую тоже не зацепить. Все хорошо, поехали. Да ну что такое? Что здесь? Вообще замечательно. Еще и на станцию взвешивания заезжать. А там вроде бы оказывалось, что типа заправка где-то должна быть. А мне заправиться позарез надо. Здесь ничего нету. Чудно, погнали дальше, блин. Thank you.
Так, ребят, в принципе, вот мы в Якиме. Топлива у нас прям чуть-чуть осталось. Пытаемся доехать. Идем на парах. Так. Вот и наша Rail Export. Пробуем сюда завернуть. Так. Hello? О, пардон. Yes, hello. I came from Winnemucca. Yes. Yeah, where I can parking this truck trailer? Okay, thanks. Сказал сюда к поезду подогнать, и здесь можно оставить. Сейчас поровнее поставим. Так, как нам... Вот так вот будет достаточно. Все хорошо, мы с вами приехали. Топлива, слава богу, хватило. Прям буквально на парах приехали. Вот, я сообщу компании, чтобы они немножко дозаправили машину. Так, все тогда, пойдемте в офис. Так. Посмотрим, что у нас там на складе. Нормально стоит? Да, хорошо, смотри, стоит. Вон он, офис вижу. Вижу я офис. Все, бумаги подписали мне, все отлично. Трак, груз приняли, я сказал им то, что топлива там почти не осталось. Я сказал, ладно, хорошо, мы тогда дозаправим его немного, чтобы машина могла доехать хотя бы до заправки.
Тех по-хорошему так, конечно, нельзя делать. Надо было забрать с этим по дороге. Вот. Ну, как-то оно не очень получилось с этими объездами, с этими авариями. Так, пойдем, наверное. Господи. Вот с этими объездами, с этими авариями не получилось мне, в общем, заправиться. Поэтому хорошо хоть доехал до сюда. Так, ну ладно, пойду в кафе. Так, сюда. Здесь есть какое-нибудь кафе? Так, барбер. Second hand. Supreme. Нет, хардвейр не там. Так, металлист, пицца и паста. О! Так, а это у нас там? Квикмаркет. О, Анкл Винта. Анкл Викта. Пойдемте. Мне понравилось. Все, ребят, спасибо большое за просмотр. Всем полных багов, ровных дорог. Всем пока.